Вы смотрите видео об отеле Miramar Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Miramar Hotel расположен в стране Испания в регионе Тенерифе и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 100 километров от южного аэропорта Тенерифе-Сюр в Пуэрто-де-Ла-Крус. На территории отеля имеется 1 ресторан, 2 бара, 1 конференц-зал до 75 персон, 1 бассейн с подогревом в зимнее время, услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, Wi-Fi в лобби бесплатно, в номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, сейф платно, фен по запросу, ванна, телефон, балкон, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из стандарт economy rooms, без определенного вида, не обновлены максимум 3 плюс 1 или 4 человек. Стандарт rooms, вид на море или горы, лучшее расположение и внутренняя отделка, максимум 3 плюс 1 или 4 человек. Также бесплатно доступны настольный теннис, волейбол. За дополнительную плату имеется сауна, джакузи, бильярд. Для детей есть детское меню. В ресторане – детское кресло, детская площадка. Год постройки гостиницы – 1964. Год, когда был сделан последний ремонт – 2009. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.